Сегодня под председательством главы района Заура Хамирзова в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание оперативного штаба. В его работе приняли участие заместители главы района, начальники управлений и отделов администрации, главы сельских поселений, руководители социальных служб, представители МВД и Роспотребнадзора. О мерах по снятию ограничений в работе отдельных отраслей экономики шла речь на совещании. Глава района отметил, что данные меры были приняты на последнем республиканском заседании оперативного штаба. Заур Хамирзов подчеркнул, что во всех организациях в обязательном порядке должны соблюдаться все рекомендации и требования Роспотребнадзора. Эти условия распространяются и на деятельность торговых объектов, начиная от дезинфекции, заканчивая соблюдением социальной дистанции. Кроме того, на повестке дня обсудили другие немаловажные вопросы. Ответственные лица доложили о проводимых работах, направленных на контроль за соблюдением режима самоизоляции жителей района, наказание помощи малоимущим, обслуживание пожилых людей и так далее. Подводя итоги заседания, глава района еще раз предупредил каждого об ответственности.